Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой вот представитель D-сегмента, это Peugeot 407 2005 года выпуска. У машины идут выкидные чип ключи зажигания на три клавиши открыть, закрыть и багажник. Здесь вот мы видим клавишу свет, такие ключи идут на Citroen C4, просто мининые корпуса, корпуса не оригинальные. У владельца было два чипа ключа зажигания, один из которых машину дистанционно закрывает и открывает, но не с первого раза, второй только машину заводит. Сейчас продемонстрируем. Вставляем. Данный ключик машину завел. И второй ключик также сейчас машину заведет. Машина заводится. Ключи крайне проблемные. Дело в том, что на Peugeot Citroen идут такой вот корпус с таким выкидным механизмом. Ключ, выкидной механизм крайне ненадежный, со временем он разламывается. Видно даже, что этот корпус ключа мининый, и он с трудом выкидывается. Со временем также изнашиваются резиновые клавиши ключа, от чего появляются дырки, влага и пыль попадает на электронику ключа и разрушает ее. Также в этих ключах стоят слабые микровыключатели. Ну, первых годов они похуже, резиновые, потом уже поставили с года, наверное, седьмого, пластиковые микровыключатели уже более-менее надежно. Также они выходят из строя и их перепаивают. Проблема с ключами также в приеме передатчики. Это микросхема на плате, которая отвечает за выдачу радиосигнала машине. И со временем ключ должен работать на частоте 433 МГц, а он начинает работать, например, там, на частоте 380 МГц, в результате чего машина не открывается, не закрывается, но заводится. Также как бы все это ремонтируется и ремонтопригодно. Также, если ключ уронить, выходит из строя электроника на плате. Это катушка индуктивности, либо элементы резистора, либо конденсатора. Все как бы отмонтируется, проблем нет. Владелец данного автомобиля наелся с этими ключами, просил нас изготовить новый ключик. Мы изготовили вот такой вот ключ. Он полностью машину дистанционно открывает и закрывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, машина заводится. Данный ключик имеет уже совсем другой выкидной механизм, как в ключах Audi, он более надежный, пластиковые клавиши, все надежно, без проблем работает, мы даем гарантию. Теперь у владельца Peugeot 407 2005 года выпуска есть три выкидных чип ключа зажигания, два из которых машину дистанционно открывают, закрывают и заводят, а один только заводит. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Peugeot, либо на другую марку автомобиля, можете обращаться в нашу компанию, мы все вопросы решим. Также мы решим проблемы с замками зажигания, замками дверей. Обращайтесь, находимся на Тимирязева 121.